представляю вашему вниманию картину «Корабль» в стиле апсайклинг. Это вторичное использование старых вещей. Это переосмысление себя и пространства вокруг. Это дань экологии, бережного отношения к природе. Создавая свои необычные картины из мусора, я призываю людей задуматься о загрязнении окружающей среды. С одной стороны, это способ самовыражения. С другой – метод очищения пространства вокруг нас. Я даю вторую жизнь ненужным вещицам, делая из них шедевры, которые будут радовать вас долгие годы. Вот так, из отработанного материала, я создаю картину в единственном экземпляре.